Во всей Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, стартует второй этап вакцинации, в рамках которого предусмотрены прививки от COVID-19 для клиентов и работников центров социального ухода, а также для лиц старше 70 лет. Для этой цели уже получены вакцины AstraZeneca, прививание которых обеспечат как медицинские учреждения, так и практики семейных врачей. Ранее регистрация на эту процедуру проходила на портале manovaccina.lv и по телефону 8989. Теперь же желающие сделать вакцину могут связаться со своими семейными врачами. Вакцинация клиентов и работников Даугавпилского территориального центра социального обслуживания пенсионеров запланирована в медпункте учреждения уже на этой неделе. Прививки должны получить 12 сотрудников и 35 клиентов. Это число обусловлено тем, что ранее в пансионате произошла вспышка COVID-19, и многие пенсионеры и работники уже переболели вирусом. Эти персоны смогут получить вакцину позже, по истечению определенного времени, что связано с наличием антител. Руководство пансионата отмечает, что в случаях, когда клиент сам не может выразить свое желание привиться, это согласуется с его родственниками. Прививки для 17 работников Центра социальных услуг для детей и молодежи Предейте будут сделаны в начале марта. В данный момент на территории Даугавпилса имеется 15 мест вакцинации, включая как медицинские институты, так и практики семейных врачей. Информацию обо всех доступных местах можно найти на специальной карте кабинетов вакцинации против COVID-19. Вероятнее всего, число этих кабинетов вскоре увеличится, так как для мотивации семейных врачей на уровне правительства было принято решение о выделении доплат за проведение этих процедур параллельно со своей привычной медицинской деятельностью. Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 – абсолютно добровольный процесс, недопустимый без согласия вакцинируемого. В ходе второго этапа вакцинации для возрастной группы 70+, в приоритете окажутся те, кто регистрировался заранее, и наиболее пожилые люди. По вопросам прививок от COVID-19 можно обращаться по телефону 8989 или напрямую к семейному врачу. По состоянию на 22 февраля этого года вакцинацию прошли 30 742 жителя Латвии. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.